Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим сырники с апельсиновой цедрой. Я взяла творог 800 грамм. У меня 5% и 9%. Нам понадобится еще 2 столовые ложки муки, 2 столовые ложки сахара, 2 яйца, чуть-чуть ванилина, апельсиновая цедра и оливковое масло 1 столовая ложка. Начинаем делать наше тесто. Можете добавить щепотку соли. Добавляем цедру апельсина. Можете сделать вместо апельсина лимон или и апельсин, и лимон. Тесто почти готово. Добавляем муку и оливковое масло. Если творог жидкий, можете добавить чуть-чуть больше муки. Например, 3 столовые ложки или 4. Добавляем ванилин. Пол пачки. Тесто готово. Даем отдохнуть 5 минут и потом формируем наши сырники для обжарки. Начинаем формировать наши сырники. Берем 1 ложку нашего теста, формируем шарик, обмакиваем в муке. Потом стряхиваем лишнюю муку, и наш сырник готов. Жарим наши сырники на среднем огне. Друзья, наши ароматные сырники с апельсиновой цедрой готовы. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного.